шейк. Вот, для начала. Но если вы уже тусуете Harlem Shake, например, то вам понять структуру не так уж сложно. Покажите лицо. Итак, раз, бедро, это рука, стой, дальше, возвращаемся сюда, в другую сторону, раз, 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 оп, оп. Покажу еще раз за счет лицом. Туда, сюда, обратно, вовнутрь. Можно переходить в супинар. Это называется френки. Сначала нужно отрабатывать на месте. Потом, когда вы почувствуете немножко легкость в этом танце, вы уже сможете добавлять все, что угодно и шагать, в том числе снейк-шейк.